Продолжаем выпуск. В районе Мейрынка по улице Тухачевского началось строительство нового жилого дома. Возводит его открытое акционерное общество «Стройвектор» с долевым участием граждан. Это будет одноподъездная 10-этажка на 40 квартир, подобная той, которую организация построила на улице Мицкевича. Дом будет состоять из 22 комнатных квартир, 10 трехкомнатных и 10 однокомнатных квартир. Вот мы начали, вы уже заметили, и планируется в апреле 2020 года сдача. Дом на этом участке предусмотрен генеральным планом города Лиды. Он проходит по проектным документам еще 82 года, когда застраивался микрорайон Красноармейский. Поэтому, как пояснили в управлении архитектуры и строительства Лидского райисполкома, проведение общественных слушаний для его строительства не требуется. В советское время дом не возвели в связи с финансовыми сложностями. Работники «Стройвектора» уже приступили к подготовке места под стройплощадку. Между ее ограждением и мини-рынком будет оставлен проход. Ограждение захватит проезд в один из дворов, однако строительная организация берет на себя его обновление, а также дополнит парковкой и тротуарами. Вместо 18 деревьев, которые необходимо удалить после окончания строительства, будут высажены молодые, причем их будет в два раза больше. Украсят новый двор и полсотни кустарников. Много планируется сделать и в плане благоустройства, поэтому, отмечают специалисты «Стройвектора», местные жители должны только выиграть от реализации данного проекта.